Приветствуем вас на втором международном инклюзивном цирковом фестивале «Обыкновенное чудо необыкновенных детей». Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и организован Росгосцирком совместно с благотворительным фондом «Планета людей». Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Разрешите мне от лица Российской государственной цирковой компании поприветствовать вас, уважаемый зритель, и вас, наши дорогие, любимые участники. Сегодня на этом манеже вы увидите настоящее чудо. Я хочу пожелать всем участникам нашего фестиваля удачи! Главные герои фестиваля – дети с различными особенностями здоровья. Акробаты, гимнасты, эквилибристы, жонглеры и артисты комического жанра. Более 150 участников в манеже Сочинского государственного цирка. Участники фестиваля получили шанс выступить на профессиональном манеже, а зрители – возможность наблюдать обыкновенное чудо искусства. На арене в Сочи свое мастерство продемонстрировали воспитанники 16 цирковых студий из разных регионов России и Белоруссии. Фестиваль «Обыкновенное чудо необыкновенных детей» открыл тысячам особенных детей дорогу в цирк, который сегодня больше, чем искусство. Организаторы уверены, особенные ребята должны иметь возможность проявить себя наравне со сверстниками. В этом году мы приготовили особый сюрприз. Это выступление нашего циркового героя, человека, который спас двух людей, и ценой спасения этих двух людей стало лишение его двух ног. Специальными гостями фестивальной программы стали уникальные инклюзивные артисты Росгосцирка, дрессировщик на протезах Виталий Смоленец и глухонемой клоун Эмиль Огонян. Главная идея фестиваля – цирковое искусство доступно всем, несмотря ни на какие препятствия. Цирковой смотр стал знаковым событием не только для российского цирка, но и для мирового искусства. Обыкновенное чудо необыкновенных детей сегодня амбассадор инклюзивного искусства в России. Цирк как форма терапии, цирк как место, где сбываются самые необыкновенные мечты. –